Уважаемый студент третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины под названием «Вспомогательные исторические дисциплины». А сегодня у нас с вами вторая видеолекция на тему «Историческая хронология как специальная историческая дисциплина». Мы с вами рассмотрим два вопроса. Собственно, вопрос об исторической хронологии и вопрос о астрономических основах календаря. Итак, первый вопрос. Что такое историческая хронология? Какое место она занимает в системе вспомогательных исторических дисциплин? Историческая хронология занимает важнейшее место в ряду специальных исторических дисциплин. Именно она дает ответы на вопросы, когда происходили те или иные события. Открывая школьный или вузовский учебник, любое исследование по истории, энциклопедию, мы видим большое число дат, обозначавших веки истории различных народов или периоды жизни людей, которые жили в разных странах. Однако даты выглядят привычно и никого не смущают. Дело в том, что вся хронология приведена в соответствии с привычной нам шкалой исчисления времени. При ближайшем знакомстве с сутью вопроса оказывается, что на протяжении многих и многих веков появлялись и исчезали или модифицировались многочисленные системы счета времени. Одни народы сами их изобретали, другие заимствовали счет времени у соседей. Но систем счета времени было несколько, что вызывало определенные трудности при общении представителей разных народов. Лишь в исторически недавний срок человечество стало пользоваться единой системой счета времени, а специалисты-историки переводят на нее даты из исторических источников. За обычным на вид текстом с указанием каких-либо дат, связанных с событиями прошедших веков, стоит огромный труд историка, владеющего методами особой науки – исторической хронологии. Что же это за дисциплина? Хронос по-гречески – время, логос – учение. Таким образом, хронология – это наука об исчислении времени. Прилагательное «историческое» подчеркивает, что эта дисциплина занимается историей систем счета времени. Такое добавление отнюдь не случайно. Существует еще и просто хронология, прикладная наука и ее ипостась – исчисление точного времени. Для этих целей в нашей стране, так же как и в других развитых государствах мира, существует специальная служба времени, в ведении которой находятся эталонные часы. Без этого просто невозможно существование современной цивилизации. Выше было употреблено выражение «система счета времени». Действительно, обращаясь к опыту счета времени народов, мы наблюдаем наличие именно систематического счета. Своей системой пользуемся и мы, именуя ее более привычным термином – календарь. Календари, которые когда-либо применялись на практике, исключая такую историческую экзотику, как календарь Великой Французской революции конца XVIII века, обязаны своим появлением прежде всего религии. Именно религия, а не потребностям земледельца или ремесленника. Государство, общество, отдельный человек в течение многих тысячелетий жили от одного религиозного праздника до другого. Естественным желанием людей было точно знать, какой из дней знаменует то или иное событие в духовной религиозной жизни. А для этого необходимо было наладить счет времени. Не случайно долгое время за счетом времени у разных народов следили именно жрецы. Язычники в определенные дни, посвященные конкретным богам, приносили им жертвы с целью умилостивить. А в 13-е дни, находившиеся под влиянием, как тогда думали, злых божеств, суеверные в основе своей массе люди старались ничего не предпринимать, чтобы не тратить труд попусту или не навлечь на себя гнев богов. Когда восторжествовало христианство, Вселенский собор принял для всех христиан единый юлианский календарь. Сегодня страны христианской цивилизации ведут отчет времени по григорианскому календарю, который на исходе средних веков появился по инициативе католической церкви. Историческая хронология объяснила и доказала, что любой календарь в своей основе опирается на природные явления, наблюдаемые на небесной сфере. Таким образом, ни один из календарей не может быть понят и оценен по степени совершенства без знаний в области астрономии. Вот таким образом мы переходим ко второму вопросу. Астрономические основы календаря. О том, что астрономические явления определяют биологические циклы, включая человеческую жизнь, известно уже очень давно.
Действительно, самый привычный счет времени идет на сутки. Светлое время сменяется темным и наоборот. День и ночь, сутки прочь, говорила народная пословица. Сутки складываются в недели, недели в месяцы, те в годы и так далее. Откуда происходят эти привычные нам понятия и какой смысл в них вкладывается? Эти понятия выведены тысячелетним опытом человечества в процессе накопления знаний о мироустройстве. Со временем появились точные определения астрономических явлений, научные определения, которые окружали человека. В частности, сутки связаны с наблюдением за солнечным циклом. Итак, сутки – это период полного обращения Земли вокруг своей оси, или время между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через меридиан наблюдения. Астрономия различает сутки – солнечные и звездные. Звездные сутки – это период между двумя последовательными прохождениями центра звезды через меридиан наблюдения. Они примерно на 3 минуты 56 секунд короче солнечных. Звездные сутки – явление, характерное для астрономии, используемое в основном только астрономами. Календарь опирается на солнечные сутки. Однако и здесь не все так просто. Движение Земли столь сложно, что продолжительность солнечных суток в разное время года не одинакова. Поэтому те сутки, которыми оперирует календарь, являются средними солнечными сутками, то есть величиной искусственной, выведенной учеными для удобства счета времени. Сутки складываются в недели и месяцы. Эти периоды времени связаны уже с Луной. В ходе наблюдений было зафиксировано, что в течение определенного времени очертания Луны изменяются со строгой периодичностью. Различные формы Луны люди назвали лунными фазами. Периодические изменения видимой формы Луны – чередованием лунных фаз. Всего их 4. Первая четверть – так называемая растущая Луна. Вторая четверть – полнолуние. Третья четверть – стареющая Луна. И четвертая четверть, или последняя – это новолуние. Узкий серп Луны постепенно увеличивается, она приобретает форму правильного круга. Затем все идет в обратной последовательности до тех пор, пока Луна перестает быть видна. Почему так происходит? Дело в том, что Луна – спутник Земли, и видна лишь потому, что отражает свет Солнца. От положения Луны по отношению к Земле и зависят ее видимые очертания. Иными словами, изменение очертаний лунного диска связано с тем, какую часть Луны закрывает тень Земли. Наступает момент, когда Луна полностью выходит из земной тени и теряется в лучах Солнца. Лунный цикл, то есть период между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны, а точнее новолуниями, получил название синодический месяц. Итак, полный лунный цикл называется синодический месяц. Наблюдения за лунными фазами сыграли важнейшую роль в становлении систем счета времени. Человек открыл для себя, что каждая фаза по времени занимает примерно 7 суток. Этот период обозначили термином «неделя». Весь цикл таким образом составлял около 4 недель. И его назвали словом «месяц». Начало месяца народы определяли визуально, принимая за точку отсчета первое после новолуния появление лунного серпа на вечернем небе. Момент появления так называемой «новой луны» соотносили с термином неомения. Между новолунием и неомением проходит около 36 часов. Исчисление времени в солнечных сутках уже в древности показало, что между двумя последовательными неомениями проходит от 29 до 30 суток. Отсюда принято считать продолжительность лунного месяца равной в среднем 29,5 суток. Итак, лунный месяц, запомните, 29,5. Но астрономические наблюдения позволили установить более точную величину синодического месяца – 29,53059 средних солнечных суток, или 29 суток, 12 часов, 44 минуты и 2,9 секунды. Таким образом, уже в древности люди соотносили счет времени по Солнцу со счетом времени по Луне. В свете этого необходимо познакомиться и с некоторыми результатами наблюдений за движением Земли вокруг Солнца. Именно с этим явлением связана другая единица счета времени – год. Для наших предков была очевидна связь смены природных циклов – весны, лета, осени и зимы – с движением Солнца. С Земли человек видел на ночном небе и другие светила – звезды. В его воображении они постепенно сложились в созвездия, очертания различных фигур.
Наблюдения за ними в течение длительного периода позволили проследить закономерность. Постепенно близкими к зениту оказывались разные из них, то есть созвездия как бы перемещались по звездному небу. Но проходил полный цикл смены природных циклов, и все возвращалось на свои места. Вывод напрашивался сам собой. Земля в своем движении вокруг Солнца совершает полный оборот. В этом круговращении Солнце проходит путь среди 12 созвездий, бывая в каждом в среднем около 1 месяца или 30 суток. Их названия всем нам хорошо знакомы. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. В совокупности эти созвездия именуют созвездиями Зодиака. Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Солнца, получил название эклиптика. Этот путь сложен и не проходит по одной плоскости. Эклиптика пересекается с небесным экватором в точках весеннего и осеннего равноденствия. Весеннее приходится на 21 марта, помните, когда мы с вами на Урус, да? А осеннее приходится на 23 сентября. В это время день примерно равен ночи. Созвездия Зодиака, названные зодиакальным кругом, занимают вдоль эклиптики пояс шириной в 15 градусов. В своем вращении вокруг Солнца Земля совершает и другие движения, оказывающие влияние на ее положение относительно этого светила. В частности, колебания земной оси также сказываются на степени освещенности земной поверхности солнечными лучами и углей их падения. В период равноденствия Земля и Солнце находятся в таком соотношении, что поверхность планеты освещена равномерно и день равен ночи. Выделяют в этом взаимном перемещении также точки зимнего 21-22 декабря и летнего 21-22 июня солнцестояния. В момент зимнего солнцестояния Солнце кульминирует на наименьшей высоте над горизонтом и продолжительность дня при этом наименьшая. В летнее солнцестояние все наоборот. Точка кульминации Солнца самая высокая в году, а день имеет наибольшую продолжительность. Наблюдение за перемещениями Солнца привели к появлению понятия «солнечный год». В астрономии он называется тропическим или астрономическим годом и определяется как период между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Его продолжительность приближенно равна 365,22422 солнечных суток, то есть 365 суток, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Любопытно, что лунный месяц и тропический год представляют собой дробные величины, тогда как в календаре всегда целое число. Суть проблемы календаря и заключается в его максимальном приближении к тропическому году. И на следующей лекции мы с вами рассмотрим следующий вопрос об особенности систем счета времени или календарей у различных народов. Мы поговорим о лунных календарях, лунно-солнечных календарях и солнечных календарях. Список рекомендуемой литературы к этой лекции он имеется в силабусе, да, который, значит, вы должны скачать в системе Универ, и в учебно-методическом пособии, которое, собственно говоря, я вам тоже предоставлю в пользование. Вот. И, соответственно, там есть как учебники по вспомогательным дисциплинам так сказать, общего характера, и есть какие-то отдельные работы, посвященные конкретно исторической хронологии. Подробнее поговорим об этом позже. А сейчас наступило время таких контрольных или закрепляющих вопросов по данной теме. Итак, вопросы на закрепление первые. Что является объектом изучения исторической хронологии? Второй вопрос. Как переводится с греческого языка хронос? Третий. Как еще по-другому называется та или иная система счета времени? Одним простым словом, всем известно. Четвертый вопрос. Какова продолжительность лунного месяца? И последний, пятый вопрос. Назовите точки зимнего и летнего солнцестояния. На этом все. Благодарю за внимание.